Я председатель кооператива «Дом модели», находящийся по адресу Никитинская, 42. Мы оказались в такой ситуации, что спустя месяц от начала отопительного сезона у нас в здании нет отопления. Из-за старых долгов по коммунальным платежам Владимира Михайловича Колыхалина, депутата Воронежской областной думы от партии «Единая Россия», который не платит на протяжении 3 лет, из-за чего страдает более 100 человек в здании. На Колыхалина Владимира Михайловича подали в суд с предоставлением всех документов по его должностям за коммунальные платежи. После в наш адрес посыпались угрозы и начались давления на меня и других собственников помещений. Мы писали жалобу в полицию, прокуратуру района и другие инстанции города Воронежа, но ничем это не закончилось. Данный человек неоднократно говорил, что у него есть связи в полиции, прокуратуре, судах и других органах города Воронежа, и все вопросы он решит в пользу себя. Мы хотим придать огласке, чтобы ситуацию не замолчали и не произошел рейдерский захват. Хотим обратить на ситуацию городских властей Воронежской области, прокурора Воронежской области Николая Савруна, партийное руководство «Единой России» и председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова. Просим вас помочь в решении нашей проблемы. Нам нечего скрывать, подтверждающие документы у нас есть.